Здравствуйте, мои любимые благородные люди этой галактики. Я счастлива видеть вас на своем канале Таро Солнца. С вами Евгения, ваш личный таролог. Ну что же, сегодня ваш мужчина просится и хочет сказать, что раньше он был уверен, что сможет без тебя быть счастлив. А сейчас его душа рвется от боли. Будем смотреть, почему, что с ним происходит. Посмотрим его чувства, его мысли. Все, что он будет передавать с потока, все буду озвучивать. Девчонки, главное досмотреть до конца, потому как я сама не знаю, в какой момент, да, будет самая важная информация конкретно для вас и у вас, потому как это освещение общее. Вначале по вашим многочисленным просьбам. Буду проводить свою авторскую практику на исполнение желаемого. Это не магия, не ритуалы. Говорю для новеньких, для гостей моего канала. Кто еще не подписан, непременно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик для того, чтобы ежедневно получать уведомления о выходе моих новых освещений. Энергия огня. Мы будем очищать ваше пространство от негатива, от препятствий, от магии. Возможно, у кого-то есть глаз, у кого-то действительно есть какое-то давление, да, физически, эмоционально, энергетически. Все будет убираться. Практика сильнейшая, практика рабочая. Чтобы сработало, главное досмотреть до конца. Да? Если вы, конечно же, хотите, чтобы ваше желание исполнилось как можно скорее, чем больше вы ее просматриваете, тем быстрее притягиваете исполнение желаемого. Сейчас озвучивайте во Вселенную, что хотите. И важно давать обратную связь Вселенной. Как это сделать? Поставить лайк, написать комментарий, если вы хотите финансово поблагодарить меня, поддержать развитие канала, вы также можете это сделать, если перейдете в первый закрепленный комментарий. Дайте обратную связь Вселенной здесь и сейчас, и ваше желание непременно станет реальностью. Энергия огня, очищаю ваше пространство. Во благо. Что же, пока очищается ваше пространство, аура, мы разберемся, что же происходит, да, у него, что он хочет сказать, что он хочет озвучить. Подумайте о мужчине, представьте его здесь и сейчас перед собой, для того, чтобы настроиться, для того, чтобы конкретно через общее освещение получать информацию о вашей паре. Вы можете прописать ваши имена в комментариях, либо же сердечечко поставить, да, отметить Вселенной, что вы здесь, вы готовы услышать эту информацию. Опять же говорю, Вселенная важна обратная связь. Пока вы представляете мужчину, вспоминаете самые светлые, добрые, чистые моменты в ваших отношениях, я с удовольствием приглашаю вас подписаться на мой бесплатный телеграм-канал. Ссылочка всегда идет вверху. На видео вы всегда ее видите. Если кто хочет, вы можете зайти в первый закрепленный комментарий. Там есть ссылки на все мои каналы. Непременно подписывайтесь. Конкретно в телеграм-канале вы можете узнать, как приблизить исполнение своего желания. Как это сделать? Легко, безоплатно. Все для вас, безусловно, любовью. Передаю информацию на личном примере. Также очень много интересной информации по саморазвитию, трансформации себя, своей реальности, о том, как наладить свой поток счастья, любви, денежный поток. Вы все это можете и узнаете. Также приглашаю вас на свою авторскую практику «Формула рун». Благодаря ей вы можете наладить свое здоровье, личную жизнь. Также вы можете выйти на новый уровень заработка, когда особо не нужно будет, да, париться, напрягаться. Вообще разобраться в миссии своей, что вы делаете неправильно, куда вам нужно двигаться для того, чтобы быть счастливой, богатой и успешной. Кто хочет поправить здоровье, кто хочет наладить отношения, вы также можете это сделать. Пишите ко мне в личку в Инстаграме и Фейсбук. Практики очищения пары, очищение вас от негатива, от препятствий, от магии, от ограничений, от блоков на личную жизнь, на счастье, на работу, на куплю-продажу. Все делаю очищение, как на Ютубе, подробно разбираем ситуацию в вашей паре, смотрим советы Вселенной, что дальше делать, да, к чему это может привести и многое остальное. Пишите в личку, все расскажу, все подскажу. Ну что же, думаю, вам достаточно было времени, чтобы настроиться,
представили своего любимого, котика-муркотика. Вот такая вот идет энергия. Очень, кстати, нежные, очень нежные идут. Возможно, вы сейчас в каком-то таком, знаете, зефирном настроении. Возможно, где-то что-то кушаете вкусненько, либо что-то пьете, что-то готовите, либо что-то мягенькое на вас одето, либо же где-то вы находитесь в очень комфортном месте. Девчонки, хочу вначале сделать вашу сигнификацию, потому как очень важно видеть себя со стороны всей Вселенной, да, потому что очень часто люди живут в самообмане, да, демонстрируя одно, а важно увидеть, прочувствовать буквально через мое освещение, да, себя лично. Какая вы? Давайте знакомиться, давайте смотреть, в каких вы энергиях. Вот сейчас называйте свое имя, можете прописать его в комментариях. Какая вы сегодня? Ох, прямо так? Ну, какая-то вершительница реальности. Слушайте, девчонки, вы здесь вышли на иной уровень мышления. Ну, просто круто. Вас сейчас, знаете как, никакой мужчина с атрибутами мужскими не возьмет. Вы сейчас такая вот крепкий орешек, девочки. Обалдеть просто. Та, которая держит в руках свое будущее, свою реальность. Девчонки, возможно, очень многие ко мне обращались за практиками очищения. Здесь идет такое очищение, мировоззрение, создание, снятие, да, определенного негатива, когда ваша аура просто светится ярким пламенем, огнем. Девчонки, огненная очень, решительная, уверенная. Вот вы четко знаете, чего вы хотите. Хотя молодой человек ваш в каком-то зависшем состоянии, но вас это, честно, вот особо не волнует. А я знаю, что будет так, потому что я так решила. Шикарно. Очень многие, вижу, подписаны на мой телеграм-канал, потому как знаете, да, чего хотите и как добиваться желаемого. Какая еще вы, девчонки? Оглядывайтесь что-то в прошлое, оглядывайтесь назад. Все-таки есть определенное событие, которое вас, знаете, как пытаются вернуть. Либо же люди, да? Какая-то там супер подруга. Ой, а помнишь, как было, да? Ой, давай повздыхаем. Вот таких вот подруг, девочки, сразу могу сказать, на хутор бабочек ловить. Потому что они вас затягивают в это днище. И не надо страдать о том, что было. Все, что было, то прошло. Мы живем будущим. Даже настоящее — это секунда. Мы строим реальность будущую. Поэтому все, кому там хочется повздыхать, пусть вздыхают с другими, девочки. И я не оговорилась в этом слое. Потому как вам это не нужно. И не возвращайтесь, потому как вас это будет эмоционально затягивать опять в какое-то днище, понимаете? Счастья от этого состояния не будет. И позитивных энергий не будет. Вы будете себя затягивать. Вам предупреждение Вселенной. Смотрите, какая важная и нужная информация, да, идет конкретно здесь и сейчас для вас. Девчонки, держите в руках, да, свою мечту и вот не позволяйте прошлому, либо же людям из прошлого, которые знают, например, вашу определенную ситуацию и даже определенным периодом как-то манипулируют вами, потому что им нужно вашу энергию высосать. Вот свечечка подтвердила. Поэтому, знаете как, впереди вот надежда на себя, уверенность только в себе. Не нужно возвращаться в прошлое. Если вы думаете вернуться в то место, где-то, девочки, вот что-то, что было раньше, вот туда идти не надо. Возможно, у вас сейчас есть какие-то такие мысли, а может быть, мне стоит куда-то там поехать. И это даже не касается определенной личной жизни. Возможно, хотите купить что-то, да, вернусь, может быть, что-то будет. Вот не стоит. Не стоит даже тратить на это свое время и свою энергию. Освещение общее здесь у каждого, да, своя история, но вы четко понимаете, о чем речь, потому как здесь и сейчас вы не просто так. Ну что же, а теперь давайте посмотрим тогда вашего мужчину. Какой он сегодня? Называйте его имя, можете прописать в комментариях для того, чтобы информация как больше отозвалась, да, конкретно у вас через общее освещение. За личными освещениями пишите мне в личку в Инстаграме, в Фейсбук. Отдельная благодарность вам за донаты. Девчонки, просто целую в щечку, называю ваше имя вслух, благодарю Вселенную. Знаете, что на эти деньги куплены карты, свечи. Я ежедневно занимаюсь благотворительностью, помогаю людям, животным, птицам. Огромная благодарность тем, кто птичечки на корм мои отправляет. Она также вас благодарит, и знаете как, шлет вам самые добрые, светлые, светлые энергии. Вы это прочувствуете, чувствуете душой. Вселенная вам вернет тысячи, тысячи раз больше. Какой ты сегодня, дорогой? Называйте его имя. Какой ты, что у тебя там? Угу. Так чему? Слушайте, у мужчины сегодня
Очень интересный такой процесс происходит. Раньше он пытался убежать от чего-то. Либо же от разговора, либо же от человека, либо же от определенной цели. Он постоянно возвращался и будто бы опять уходил. И здесь настал момент, когда у него пришло ясное осознание, что то, что он делал ранее, да, пытался избежать чего-то. Его не просто так возвращали к указанной цели. Почему? Почему возвращали? К какой цели? Ну, однозначно возвращали. Посмотрите, я прямо считываю информацию раньше, чем она идет с потока. Потому как работаю не только как ясновидящая, таролог, яснослышащий, а также я космоэнергетик, парапсихолог, чувствую вас через себя. Смотрите, у мужчины идет сейчас изменение. Изменение жизни, возможно, рода деятельности, возможно, хобби, увлечения. Когда то, что он пытался скрыть, спрятать, не говорить. А в чем заключается конкретно? Вот о чем ты мне говоришь? Что ты там пытался скрыть, спрятать? Давай нам поподробнее. Что ты там пытался сказать? Ну точно, слушайте, прямо у мужчины есть дар определенный, но этот дар он почему-то скрывает и не дает ему раскрыться. И его будто бы, знаете, Вселенная постоянно притягивает назад. А какой дар? Какой у тебя дар есть? Что ты скрываешь? Хотя у него очень много сил, у него очень много энергии, он очень талантлив в этом. Так, смотрите, карта сама выпрыгивает. Обожаю. Слушайте, он прям боится этого. Он боится, это абсолютно не то, чем он занимается в жизни. То есть это не относится никак к его профессии. Это никак не... знаете, оно не вместе не соединяется с его образом жизни, например, в семье там никого подобного не было, друзья ничем подобным не занимаются, он говорит, то есть это абсолютно что-то иное, другое. Ну что, покажи, что же это такое? Наполнять людей может, исполнять желания может. Он может помогать людям исполнять желания, девочки. Как ты это можешь делать? Здесь идет информация, что это не через государственные дела, не через какие-то документационные дела. Нет, это абсолютно иная отрасль, которая, возможно, мужчина связан с металлом, либо же работает где-то там, телефоны, компьютеры, у кого-то... Металл у каждого свой. У кого-то он, например, повар, у кого сантехник, у кого адвокат, понимаете? У каждого здесь свое. Но здесь именно с чем-то металлическим работает мужчина. Но этот дар, который у него есть, это абсолютно не то, чем он занимается. Это на 180 градусов противоположная работа. Что за дар у тебя? Слушайте, прям не хочет говорить. Он от него сам буквально отказывается. А его ведут, а его возвращают, а его постоянно... Всевышние силы его притягивают, а это его взрывает изнутри, потому что он не выполняет свою миссию. У него прямо перепады температуры, перепады тела, перепады настроения очень сильные из-за этого. Да что такое? Какой дар? Быстро говори! Наполнять любовью, девочки, наполнять любовью мир. Давать миру, людям ответы, связанные с какими-либо любовными отношениями, по любовным решениям вопросов. Ой, здесь он прям может помогать женщинам, если они не могут забеременеть. Каким образом? Очень интересно. Он может помогать женщинам, которые не могут... Девочки, не думайте в энергиях жезловых. Нет, 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 нет. Здесь намного все глубже. Понимаете правильно, слышите правильно. Слушайте, он здесь либо же лекарства может готовить, либо же какие-то эликсиры, либо же какие-то, знаете, манифесты. Вот кто как, либо же у него что-то есть, понимаете, у него что-то есть особенное, причем это особенное он может создать сам. Возможно, здесь разговоры, практики, либо же мужчина здесь, возможно, занимается...
что-то прописывает, какие-то манифесты, либо же, ну, возможно, какие-то рецепты, возможно, он у вас карты может создавать. Девчонки, прямо карты летят, давайте смотреть. Слушайте, он прям может помогать людям, которые нуждаются. В нем есть сила, в нем есть знания, но это абсолютно никоим образом не связано с его основной деятельностью. Ну, просто сигнификация обалдеть. Для меня каждый раз это настолько новая глубокая информация. Обожаю ваши энергии, обожаю моих подписчиц, которые приходят и ведут с собой просто неимоверных мужчин, которые настолько сильны, настолько просто, знаете, девчонки, вот на таких людях строится реальность и держится будущее. Да, я сразу могу сказать. Ну что ж, давайте смотреть. Он был уверен, что не сможет без тебя быть счастлив. А сейчас его душа рвется от боли. Давай, начинай сам, да, я не буду тебе сейчас вопрос конкретно задавать. Вот как... Так, карта начала уже. Девочки, что-то уже происходит. Давай. Да, ну мы поняли, да. Вот этими картами он просто мне подтвердил тему, что был уверен. Точно могу, точно справлюсь, точно все будет хорошо. В итоге adios, в итоге все мои мечты, иллюзии, которые я себе создал, они, конечно, выглядели очень классно в моих глазах, в моих мыслях. Все в моем представлении было просто идеально. Ну, а на самом деле, в реальности, как тебе без меня? Написать хочу тебе. Хочу тебе об этом сказать. Хочу тебе об этом написать. Хочу тебе это озвучить. Да, мужчина готов. Мужчина вышел на связь. Давайте смотреть, что он хочет сказать. Ну, говори, что ты хочешь сказать. Девчонки, что? Ну, все, сейчас просто можно выключать все, потому что больше уже даже добавить нечего. Девчонки, верховная жрица и карта туз кубков. Потому что я люблю тебя безумно, моя богиня, моя шаманка, моя ведьма, моя колдунья. Ты такая нереальная, какая-то галактическая буквально, которая живет в этой реальности и понимает, знает свою уникальность. Я тебя безумно люблю, буквально до дрожи каждой клеточки моего тела. Девчонки, вот прижимает руки, причем две руки вот так вот берет к сердцу, прижимает и говорит: я люблю тебя настолько, что аж не знаю, почему-то у него аж челюсть сводит, девочки. Что такое? Да что ж такое? Да что ж такое? Давай, рассказывай. Еще хочу, давай еще. Голову мне сносит любовь моя к тебе. Мне это сносит голову. Почему тебе это сносит голову? Во-первых, желает вас очень сильно. Просто настолько, что вы себе даже не можете представить, девчонки. Вон он вам об этом, кстати, не говорит. Но у него уже для вас написано письмо. Я вам четко могу сказать, он его еще не отправил, но у него четко есть, да, либо же прописано текстом, либо же где-то в сообщениях сохраненных. Вот вам подтверждение в реальном времени энергии огня, насколько, да, мужчина энергетически напряжен. Ну и плюс он здесь напряжен по его жезловым энергиям, потому как у него нет выхода, да, этой энергии. Почему? Потому что желаю тебя, потому что хочу к тебе. В его окружении есть дамы. Я это вижу, я всегда озвучиваю все, что идет с потока. Есть, но он-то тянется к вам, но он-то хочет вас, он желает вас. Вы для него как какой-то, знаете, банк, который полон и энергии, и страсти, и огня. Ну, естественно, по тем картам, которые он показывает, десятка кубков, туз кубков, хотя полная колода. Вы видите, что здесь очень такая она не позитивная, мягко говоря, а такая она жесткая. Я ее обожаю, эту колоду, на самом деле. И эта колода, как и все мои колоды, пришла ко мне не случайно. Она сама меня нашла, поэтому все колоды я приобретаю. Это не я их нахожу, это они ко мне приходят. Они знают, они чувствуют меня. И так как я читаю их, никто в этой галактике не может озвучить ничего подобного. Что хочешь сказать? В ваших отношениях будет перерождение. Но вам нужно пережить боль прошлого, которая у вас сейчас будто бы, знаете, накопилась, вот как беременная женщина, да, ходит там до 9-го, до какого-то месяца. И потом что? Роды. Вот у вас, вот знаете, предродовой какой-то
период, когда очень много накопилось, очень много сложного, очень много тяжелого, очень много непонятного, очень много неразрешенного. От этого сердце болит. У многих прямо физические проблемы есть с сердцем, девчонки. У вас, либо же вы чувствуете боль мужчины, но однозначно у кого-то, либо же у обоих с вашей парой, если у вас, да, очень сильная телесная и, да, духовная связь, вы ощущаете, чувствуете друг друга через себя, вы можете чувствовать, вы можете говорить, что у меня никогда раньше не болело сердце. Это не моя проблема, вы чувствуете его боль, девчонки. Хотя вы можете ходить по докторам, и никто ничего не будет находить, да, никакой причины, почему у вас будет эта боль. Потому что это не физическая боль, это вы физически чувствуете его духовную боль, понимаете, насколько глубоко я раскрываю вам информацию здесь и сейчас. Что еще хочешь сказать? Девчонка закрывается от всех. Закрывается, он говорит, я уже закрыт от всех на протяжении длительного времени. В каком конкретно аспекте ты закрываешься? Ну, карту перевернул, давай кубковый король. Выходи, выходи. Конечно же, кто ко мне приходит? Кубковый король. Мужчина влюбленный. Мужчина водного знака зодиака. По солнцу, по луне, по асценденту. Красавчик. Любеобильный. Любит себя. Любит внешний вид свой. Заботится о внешнем виде. Мужчина очень легок в общении. Мужчина, который сейчас закрыл себя от чувств к другим дамам. Ну почему? Он глупый вопрос, потому как изначально он показал, да, туз кубков на вас. То есть мое сердце принадлежит только тебе. Только тебе одной. Давайте смотреть дальше. Что еще хочешь сказать? Что еще хочешь озвучить? Кубковый король. Как тебе сейчас? Да никак, по десятке мечей. Все его императорское величество улетело в бездну неизвестности. Потому что то, что думал, то, что планировал, то, что хотел, то, что сам себе, знаете, выстроил в мыслях. Да я там смогу, да я такой классный. Да нифига ты не классный. Уж извини, но как есть, так и говорю. Ничего подобного, ничего хорошего твои ограничения в твою жизнь не принесли. А здесь даже получил он как-то по мозгам, девочки. Вот как есть, так есть. От вселенной, от судьбы. Потому что так нельзя игнорировать себя. Нельзя игнорировать свою душу. А твоя душа рвется от боли ко мне. Да, конечно, он хочет поговорить, он хочет наладить отношения с вами. Он очень... И будешь ты это делать? Будешь ли ты налаживать отношения? Ну, данный момент нет, девочки, данный момент не ждите прям, что сейчас придет вам сообщение, и он будет вам признаваться в любви. Нет, сейчас нет. Почему сейчас нет? Почему сейчас нет? Ну, потому что он сейчас, девочки, вот закрылся, вот у него есть. А либо же сейчас он только пишет, да, создает. То есть у него поменялось мировоззрение, а когда меняется мировоззрение, нужно менять и реальность. Вот сейчас он стоит на стыке о том, когда уже понятно, что я там... пролетел со своими определенными мыслями, что все, я справлюсь, а теперь все по-другому. И тут нужно начинать по-другому. Коммуникацию нужно выстраивать по-другому. А как? Ну, во-первых, так, чтобы вы хотя бы открыли его сообщение и прочли. Тут тоже не напишешь «Привет, как дела?» после блока в течение года. Понимаете как? Тоже нужно определенным образом подумать, да, подумать, как наладить отношения. Давайте вообще посмотрим, чего от него ожидать тогда в будущем. Вы можете определенный срок заказать. Заказать, девочки, прям заказать вселенной определенный срок. Напишите его в комментариях. Давайте смотреть, чего тебя ожидать в будущем. Ну, проявится, девчонки. Причем как-то так не уверен, там, привет, как дела, чем занимаешься. Смайлик там первый какой-то там отправить. То есть, понимаете, как-то так, по пентакливому очень как-то точечно. Ну, проявится, выйдет из своей скорлупочки. По карте мир очень многим здесь будет звонок, либо же сообщение. Это что за страхи? Страх заключается в том, что он не хочет, так интересно, он не хочет, чтобы вы восприняли его как за какой-то там, ой, привет, как дела, там нормально, дружок. И знаете, на каких-то таких вот энергиях чисто легко дружественных. Так, он не хочет. Чего хочешь? Ты уверен? Смотри, потому что я это сейчас озвучу. А если я это озвучу, это станет истиной. Потому как все мои слова – это истина. Девочки, это ваш муж. Да, прям так, с порога.
Конкретно, я же вижу это. Здесь он придет к осознанию того, что он хочет строить с вами семью. Причем официально, роспись, венчание, документационно закрепленный документ. На развитие отношений полное изменение ситуации между вами. Здесь у кого есть третий фактор, здесь третий фактор уйдет в небытие. Однозначно, вообще без вопросов. Одно сердце на двоих, понимаете как? Одно сердце на двоих, а ключ от сердца, от вашего сердца, у вас одно сердце на двоих, а ключ во Вселенной, понимаете? Вселенная уже соединила ваше сердце. Вы две половинки, вы нашли друг друга, и далеко не каждому, могу вам сказать, дана такая вот счастливая миссия. Воссоединиться вместе. Вот очень многие души бродят, да, приходят в разное время. Ваши души здесь и сейчас. И вы знаете друг друга. Поверьте мне, это уже счастье. Если вы уже нашли, если вы уже знакомы, если вы уже вместе. Поэтому с какой-то стороны остается дело за малым. Воссоединиться вместе. А так и будет. Во благо. Ну что же, для исполнения всего вышесказанного, самого светлого, самого лучшего. Не забывайте ставить лайк, писать комментарии. Я буду безмерно вам благодарна за вашу финансовую поддержку, которая сейчас мне очень важна и нужна. Желаю, чтобы самая светлая, чистая энергия вошли в ваше пространство. Все, что вы желаете, пишите мне, вернется вам в тысячи раз больше. Благодарю вас за обратную связь в виде лайков, комментариев, донатов. Буду с вами счастлива встретиться на моих остальных видео. Пока-пока.